Бороться с сыростью тяжело. Правда, если в комнате поставить вот такую штуку, то все окажется намного проще. Знакомимся с осушителями воздуха Master в нашем сегодняшнем обзоре. Модели DH720 и 716 компактные, легко перемещаются, осушают и устраняют неприятные запахи, простые в управлении и обслуживании. Эти осушители подойдут и для контроля влажности в квартире или дома, и для поддержания соответствующего микроклимата в подсобных помещениях, к примеру, в гараже или подвале. Отличительная особенность приборов – небольшие габариты и привлекательный внешний вид, который не будет выглядеть пришельцем в современном интерьере. Осушители весят немного. Это и наличие ручек и колесиков позволяет легко перемещать их с места на место. Принцип работы осушителей прост. Влажный воздух проходит через воздушный фильтр, попадает в испаритель и конденсатор, где от него отделяется влага и поступает в специальный контейнер. Далее осушенный воздух с помощью вентилятора выдувается в помещение. Еще одна особенность этих осушителей – наличие угольного фильтра, который поглощает неприятные запахи, а это дополнительная очистка воздуха. Как видим, конструкция и дизайн у обеих моделей полностью одинаковые, отличаются модели мощностью и производительностью. Осушитель DH720 более мощный и способен удалять из воздуха до 20 литров воды в сутки. У DH716 эти показатели немного скромнее. Управление у обеих моделей полностью электронное. Есть дисплей с подсветкой для более удобного выбора настроек. Вот этой кнопкой прибор включается. Можно регулировать скорость работы вентилятора и, соответственно, скорость воздушного потока. Для не слишком сырых комнат можно использовать невысокую скорость, а для помещений, где постоянно испаряется влага, к примеру, ванных комнат, подойдут более высокие обороты вращения вентилятора. Правда, на максимальной мощности звук их работы становится слышен в радиусе пары метров, но тут уж ничего не поделаешь, вентилятор есть вентилятор. Осушители оснащены встроенным гигростатом, поэтому можно самостоятельно задавать желаемые параметры влажности. Есть тут и таймер. Прибор можно запрограммировать на определенное время работы и отключения. Осушитель DH720 оснащен ультрафиолетовой лампой, которая активируется специальной кнопкой. Лампа позволяет уничтожать бактерии и микробы в помещении. Особенно пригодится эта возможность, когда в доме есть маленькие дети и нужно выдерживать идеальные санитарные условия. Так что для дома эта модель подходит больше 716. Обе модели осушителей оснащены вместительным контейнером для сбора влаги в 5,5 литров. Контейнер прозрачный, удобно контролировать его наполнение. Кроме того, есть специальный индикатор, который показывает уровень водозаполнения. Контейнер легко вынимается и моется. Подведем итоги и скажем, что осушители воздуха Master DH720 и 716 обладают достаточной мощностью и производительностью для бытового использования. Управление простое и удобное, а функции таймера и антибактериальной ультрафиолетовой лампы у DH720 явно не будут лишними для домашнего использования.